Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики! И здравствуйте, дорогие гости канала! Вот можете меня поздравить. У меня появился в моем уголке шебешик плетеное белое кресло и деревянный стульчик, декор которого я сделала своими руками. И вот этим мне очень нравится шебешик, что он и старым вещам дает новую жизнь. Сад у нас сделан в стиле шебешик, поэтому мы сейчас будем реставрировать этот старый стул в этом же стиле. Для начала мы отшкурим его. Затем хорошенько очистим обезжиривающей жидкостью. И только затем начнем красить. Итак, мы шкурим стульчик. Второе, мы теперь отшкурили стульчик, мы должны его хорошенько протереть обезжиривателем. Но я буду протирать его white спиритом, чтобы очистить всю грязь, всю пыль, которая осталась после шкурения. Красить матовой акриловой краской. И вот уже заканчиваем. И вот красим дно. И первый раз, один раз. Так, ну будем считать, что один раз мы уже покрасили. Теперь подсохнет, и мы будем красить второй раз. Пусть еще чуть-чуть подсохнет, тогда мы... Итак, мы покрасили стульчик 3 раза. Делать его в стиле шебешик, делать декупаж. Итак, вот у меня была такая салфетка. Из этой салфетки я вырезала вот такой вот мотив. Вот ножницами. Теперь мне надо отделить 2 ненужных слоя. 1 слой. Так, и вот я отделила еще 1 слой, того 2 ненужных слоя маги. Или бы... Нет, ну, мы сейчас будем наносить декупажным клеем. И мы наносим, как всегда, от середины края. Чтобы у нас не осталось никаких складочек. Аккуратненько разглаживая плоской кистью
от середины к краям. Разглаживаем наш рисунок. Точно так же от середины к краям. Ну а сейчас мы обработаем это лаком, покроем несколько раз. Вот такой стул у нас получился. Мы его сейчас будем старить, работать с наждачкой. Приготовили наждачную бумагу и будем обрабатывать сейчас края. Нужно было, конечно, свечку натереть сначала свечкой, потом покрасить. Но вот мы решили обойтись без свечки. Тогда, если свечкой перед покраской делаешь, то быстрее, в общем-то, облетает это все проще. Теперь я покрою лаком все это. Во-первых, все это стряхну, очищу, чтобы было чистенько. И покрою лаком. А дальше уже мы можем делать все, что хочешь. В принципе, у нас уже состарен рисунок. Трещину мы наносить не будем. Наждачкой пройтись. И немножечко тоже и рисуночек подстарить. Это потертости, вот мы сделали на стуле, потому что у нас стул в стиле шеби-шик.